одному из первых бригадиров Севмаш-предприятия исполнилось 80. Важнейшим достижением Валентина Алексеевича Репина стало создание сквозных бригад-монтажников. Благодаря этой идее рабочие участвовали в строительстве подлодок с момента закладки до ее сдачи. В гостях у героя социалистического труда побывала наша съемочная группа. Этой фотографии 50 лет. Она особенно дорога Валентину Алексеевичу. На ней лица тех, с кем полжизни проработал на Севмаше. Бригада занималась монтажом главных механизмов подводных лодок. На днях ветеран отметил 80-летний юбилей. Завод обязан ему идеей создания сквозных бригад-монтажников. Начинают с нуля, с киля и до сдачи корабля военно-морскому флоту. Работают все время одни и те же люди. И вот, например, граниты, вот мы 7 кораблей вот это самое сдавали двумя бригадами, строили, сдавали. Вот моя бригада, вот Репина и Тараненко Григория. За 40 лет работы на предприятии Валентин Алексеевич участвовал в строительстве 30 подводных лодок. Однако сам ветеран себе героем не считает. Пришли поздравлять его коллеги с завода. После этого зам генерального директора Виталий Степанович Кравец вот подошел ко мне и с таким вот, ну не знаю даже как это высказать, вы знаете, говорит Николай Николаевич, ведь человеку 80 лет, герой соцтруда, а он еще краснеет. Будучи уже героем соцтруда, Валентин Алексеевич стал депутатом горсовета. Кроме того, был первым председателем совета трудового коллектива предприятия. По словам коллег, слава об СМП и о самом совете гремела на весь Советский Союз. Впереди у Валентина Алексеевича много планов. Он участвует в воспитании молодежи. На днях планирует съездить на родину, в деревню Летний Наволок. Иван Шушарин, Семен Самигулин, Вестник Северодвинска.